Всем привет, дорогие друзья, вы на моем спортивно-игровом канале Русов FPS. Да, это я еще не убрал, тут не успел все это сделать. Как уже догадались по названию, сегодня у нас будет обычный матч. Но, да, в гостях все-таки он будет. Против коммунистов, против американцев. Конечно же, это политический видеоролик. За него мне заплатили американцы, да. Ладно, нет, шучу. Просто решил... Я вообще давно это хотел сделать, но так как я только-только приехал, вот, и завтра уже уезжаю, вот, поэтому нужно все-таки это сделать. Но я на самом деле не знаю, есть ли здесь Америка. Да, вот она, США. United States of America. Она здесь есть. И, конечно же, я не буду... Что я сделал? Еще раз заново. Конечно же, я не буду брать вот эту страну, потому что она уже капиталистическая. Я возьму вот эту страну. Где-то она там была в Африке. Да! Я не знаю почему, но в сборной Анголе флаг вот этот вот. Что это? Ну, как бы сами понимаете, там союз, серп и молот. В сердце. Кстати, форма красивейшая, вообще прям мне нравится. Ну и как вы понимаете, мне будет сложновато. Я не знаю, сколько мне играть, 5 минут или 10 минут. Много времени неохота тратить на это, поэтому хватит и 5. Вот. О, сейчас посмотрим на составчик. Вообще, по сути, схему я менять не хочу. Зачем придумать велосипед, правильно? Правильно. Вот, но что-то тут не так. Например, вот можно вот этого чувака поставить, правильно, вместо больного. Да, также можно поставить сюда. Да, все правильно, можно поставить сюда вот, например, вот этого пацана. Все, в принципе, мы начинаем. Из этих пацанов я никого не знаю, из них тоже никого не знаю, но это коммунисты, а это капиталисты, следовательно, политический видеоролик, баньте меня. Вот, ну, я думаю, я справлюсь. Мы играем на Риазоре, 28 градусов тепла, я так понимаю, да? Вот. United States против Анголы. Это будет великий матч, я надеюсь, американцы не обосрутся, как в 60-х во Вьетнаме, ха-ха. Да, тут свой капиталистический гимн поют, все такое, это мы уже проходили. В общем, пожелайте мне удачи, а я начинаю, и, скорее всего, я буду комментить с вами вместе. Это будет сложновато, если я проиграю, вы не ставьте, пожалуйста, дизлайк. Все, конечно, можете поставить. Вот. Но я думаю, что я не проиграю, и это будет для меня довольно-таки легко, ну, не знаю... Просто потому что в Анголе, видите, какие худенькие, видимо, после рабства вышедшие после рабства эти самые негры. Ну, потому что раса негроидная, поэтому негры. Все, ребят, тут расизма ноль. Расизма ноль, и первая же атака, но вратарь Роберто неплохо справляется с этим мячом. Что я сделал? Я сам себе сейчас палки в свои квадратные колеса ставлю. Так сказать, тащу круглые, катаю квадратные. Вот. О, хорошо. Хорошо. Немножко, правда, деревянненько, медленно. Но это хоть что-то. Да, да, я говорю, деревянненько. Вот единственный латинос у нас в Анголе. А в основном все негроидные расы. Я говорю, худенькие какие-то, из рабства вышли, а америкосы вон после бургерной, после Макдональдсов своих. О, ой, как хорошо. А вон там еще один, по-моему. Так, от тебя, пацанчик, нужно просто пробежать и просто попытаться пробить, но там рикошеты какие-то, и в итоге мяч оказывается у вратаря. 26-я минута уже на дворе, пока что каких-то особо моментов не наблюдается, но если что, у нас есть пенальти, там-то точно будут моменты, там их будет целых 10 штук. О, хорош, и это удар поворотом, но не гол, к сожалению, но смотрите, как я обошел, да? Так, я обошел я классно, а все остальное уже что-то как-то не очень.
Итак. Итак. Так, это подкат, это хороший подкат, но американцы здесь разыгрались, разыгрались. Так, давайте, пацаны, давайте только не как СССР в 91-м, пожалуйста, ладно? Пожалуйста, пожалуйста. Так, давай, вперед! Можно навесить даже попробовать, навесить. Нет, там перекрывают кислород. Но да. И это в гол! Горло уже побаливает немножко. Оно мне так болит, а я тут еще ору. Это уже третий видеоролик я записываю. Так. Это была заявочка на гол. Это была заявочка на гол. И это, скорее всего, был бы гол. Если бы не этот жирный американский угнетатель. Так, ну я надеюсь, передача сейчас пройдет. Я надеюсь, она пройдет. И ты прошел, и ты... И бургерный американец меня сталкивает. Просто он просто мощнее. Он просто... Он, и это тоже мощнее. Протестантский прихвостень католический. Отдай мяч. Отдай мяч, гаденыш. Фу. Брысь. Молодцы, пацаны. Латинос, наш качок, справился с этой задачей со своей. Так, ну и дальше что? И дальше что вы можете вообще? Грязные капиталисты. Фу, отдай мяч. Что ты сделал? Нет, нет, возьми в руки, молодец. Там я еще подкаст сделал, но судья не заметил, а как говорится, не пойман, не вор. В переносном смысле, если смотрели Илья Муромца, знаете, что это такое, вот опасные моменты, но мы на них не будем обращать внимание. По владению, кстати, лучше. Три удара, у меня один только в створ, у них аж целых два. Пока что нам замену не нужны, ближе где-то к концовке матча они нам понадобятся, там на 70-й минуте или даже позже. Ой, это не точно было, но что я сделал сразу же. Сразу же с ошибок начинаем, а это неправильно, и вот как наша защита отрезана, она хотя бы возвращается назад, это уже плюс. А мы здесь перекроем, перекроем, а здесь мы вот так сделаем. Ну да, им ничего не остается, как только отдавать назад. Это подкат, и это опасно, и это, скорее всего, будет... Ух. Деньги тебе не помогли, да? Все-таки ноги кривоногие. Ноги кривоногие. Извиняюсь, это бутылка. Так. А у нас все нормально, у нас все стабильно, у нас кушать нечего. У нас за второго ребенка дают всего лишь-то попить. Так, и смотрите, как он даже оттолкнул. И это была заявка тоже, но заявка, которая... так сказать, не оправдал свои ожидания, но мы атакуем. Ребят, вот вы скажете 0-0. Во-первых, я поставил 5 минут, чтобы, горло, оно тоже, болит. Имеет свойство болеть, если много говорить. Вот, а второе, 5 минут, что это, время, что ли. Поэтому, моментов у нас много. И это самое главное. Да ну ладно, вы чё? А, судья, понятно, занесли денежку. У нас-то денег нет. Мы бедная, нищая страна. Это вот эти капиталюги, угнетатели. А у нас денег мало. Вот. Ну, если хотите, я могу, в принципе, и Россия-США сделать, если вы хотите. Но, я думаю, смысла нет. Ну, что это за противостояние? Всем понятно? Кто превосходит, я намекаю на США, если что. Ну, по футбольным меркам, конечно, Россия. Но, скорее всего, не в женском футболе, потому что там выиграли, сами знаете, американки. Вот. Ну, женский футбол, это, знаете, такое себе удовольствие. Там скорости другие, там все другое. Вот. Мужской для меня более как-то предпочтительный, хотя я не часто смотрю футбол. Это я вам сейчас зуб заговаривал. А вот сейчас, иди забегай, я ему приказал забегать. Ты же в рабстве был столько лет, почему ты не исполняешь приказы? А, свободными коммунистами стали, я забыл точно. Так, вот сюда. Я, кстати, изучу про Анголу, почему у них такой флаг, или может это просто бак от пески, или реально у них там что-то было. Вот. Хотя не забываем, как СССР помогал странам третьего мира, бедным странам со своей гуманитарной помощью и так далее. Поэтому весьма вероятно, что такое могло быть. Да ладно, как нас обходят тут. Как нас обходят. И пока что 0-0. И, возможно, там дополнительное время будет. Скорее всего, оно и будет, да. Скорее всего, оно будет. И, возможно, даже будут пенальти. Потому что я так решил.
Да, да, фу, немножко подустал уже. Ну, блин, он грустный, смотрите. Ну, опять его американцы обыгрывают. Так, владение 50 на 50. У нас тут уже потери, ребят, потери. Во-первых, нам нужен новый опорник. Нет, во-первых, нам нужен новый нападающий и желательно высокого роста. Желательно высокого роста. Вот 189, как раз ты нам подходишь. Далее нам нужен срочно опорник, любой опорник. Главное, чтобы был опорный, так сказать, опорный опорник. Все, в принципе, можно начинать. И начинают пиндосы. Вот, я думаю, не стоит рассказывать, откуда появилось это прозвище. Загуглите, винайте, почитайте. Вот, ну, а мы стараемся прессинговать. Вот видно, что он там... Что? Что? А ну, брысь! Это просто так надо. Это просто для контента. Ребята, для контента. Контента содержания для видео, надо было сказать. Вот. Вообще, я не спешу, поэтому я сделаю вот так. На самом деле, я так не хотел сделать, я хотел сделать пас на ход, а это какое-то дресснотное ничтожество я сделал. Да ладно, сохранили мяч, уже хоть что-то, а вот здесь нет. Ну, ребят, мы играем на песке голыми ногами. Нам бутсы выдали бэушные, понимаете? Это у вас там Nike Mercurial, Superfly, вот это вот все. А у нас такого нету, понимаете, мы бедная нищая страна. Повторяюсь, играем босиком на старом мяче. Это у вас там Меркуриалы, Абибасы и так далее. Нет, не добежит. Скорее всего, все идет к пенальти, все идет к этому. Вот, надо продержаться до пенальти. Ну или что я сделал? Да ладно, это прошло. Ну, я просто тупо пройду вот так, потом сделаю вот так. Ну, и меня тут, конечно же, отберут мяч. Вот. Ну, я, конечно, попытаюсь, может быть, что-нибудь сделать. Но, скорее всего, вряд ли. Вот сюда. Сюда. Почему он не забегал? Потому что я ему не сказал забегать. Точно, я забыл это сделать. Так, а мы вот так. А мы вот так, выносят, ничего страшного. Показал туда этих коммунистов, типа. Ну да, да, американская пропаганда. Угу, да, все. Все. Но мы старались, мы же не едим мясо, мы веганы, у нас вообще все. Со здоровьем хорошо, и это гол на концовке 1-0! Не зря на нас надеется страна. Показали этим империалистам, кто здесь батя, это кто у нас там забивает. Карлан какой-то, я не знаю, кто ты, но ты молодец. Ты молодец. И какой, кстати, хороший навес. Смотрите, оп, красота. И он такой берет и пэ, пушечка такая, пушечка. Кстати, навешивает у нас Чайо Говел, я так понимаю, это правильно я прочитал. Хороший прием мяча на грудь и такая вот пушечка, я говорю. В бутсах играть хуже, надо было босиком выходить, тогда было бы сразу. Я говорю, американцы, я извиняюсь, обосрались как в Вьетнаме. Как во Вьетнаме. Не умеют они против слабых играть. Против сильных-то не умеют, а против слабых-то вообще там. Так, ну, надо продержаться. Ну и все, да, все. Видеоролик можно считать успешным. А, вот единственный белый. Наверное, он из Советского Союза помогал во время всяких там гуманитарных помощи. Может, он врач, может, учитель, не знаю. Вот. Ну, самое главное то, что мы победили. Вот. Поэтому, что нужно сделать? Подписаться на канал, если вам понравился видеоролик. Поставить лайк, нажать на колокольчик, рассказать друзьям. Все такое. Вот как раз таки этот парень, который забил гол победный. Вот. Ну а с вами был Руссо Пес, и я пойду отдохну, потому что я записал 3 видоса подряд, и это как бы тяжеловато, потому что как бы горло работает, все такое. Статистику можете посмотреть, но в общем я молодец, все, с вас лайки, а с меня, скорее всего, видосы. Все, ребят, я пошел отдыхать.
Yeah.